Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Доня, а также Юрка, и сегодня мы снова играем на NextRP. Здоров, народ! Ребятки, на проекте вышло новое глобальное обновление, и Юрка, прямо сходу открывай F11, просто посмотрите. Короче, на это! На самом деле, да, ребят, это просто жесть, вы посмотрите, 4 новых острова, и это только начало. Да, это Рублевка, это какая-то типа Подмосковье, или как это так называется, и еще два других островка, что на них мы пока еще не знаем. Но, ребят, для тех, кто хочет вообще узнать новости об обновлении, нажимаете F1, получается, обновление. И здесь у нас расписано все новое, что ввели. Это Рублевка, новые винилы. Да, новая фракция, это ФСИН, да. А новые персонажи стартовые, новые разные радиостанции, противогаз. Номера блатные добавили. Вот это да, мы сегодня вот дома с тобой обязательно купим, да? Обязательно. Также добавили новую какую-то уникальную тачку Audi TT. На самом деле уже не уникальная, я по городу их видел. Уже штук этак 5. И добавили новые тачки. Ребят, короче, NextRP делает и вещи, добавляет просто обалденные обновления. Ну и, Юрка, короче, мы с тобой уже квартиры продали в этом домике, да, элитном. Да-да-да. Короче, стоит сказать сразу, ребят, что на новые тачки можно не смотреть. Мы, на самом деле, то, что мне кадры покатились, да, глянули. Ничего такого прям вау-эффекта нету. Есть Запорожец, правда, поэтому если есть деньги, покупайте. На самом деле, очень много машин добавили, которые были в кейсах. Типа BMW, Bentayga, типа такого, да? Ну, Урус еще не добавили, на самом деле, что интересно. Так, да, кстати, поехали. Сзади поехали. Короче, сразу, ребят, сегодня мы будем смотреть на новые винилы, да, также. Да. И, кстати, винилы падают, ребят, офигенски уникальные из кейсов за донат. Да-да-да, есть, короче, сегодня будем крутить. Тихо-тихо. Есть, короче, получается, винилы за обычную игровую валюту, а есть также за донат. Вот, поэтому сегодня. Так, а что у тебя капот падет? Не знаю. У меня все норм. Странно. Короче, так, я, ребят, сегодня еще перекрашу свой шарончик, потому что он розовый. Да ладно, нормально, ты че? Так, короче, тебе сойдет. Винилы. Самый, так слот, подожди. А, кейсы с винилами, вот, да, получается? Так, так, ну давай 350. Сразу кейсы, да. Стой, ну прежде чем крутить, давай покажем, что внутри. То есть обычный кейс, да, это обычные какие-то, ну то есть фигурки, так скажем, из гонок, да? То ну типа, такого. Да, ничего особенного. Потом за 200 получается. В принципе, интересно, оно тоже такое себе. А вот самые дорогие здесь, все цветные. Блин, Supreme хочу себе наклейку, 100%. Чё, крутим, Юра? Это да. Открываю. Так, у тебя тоже на заднем фоне кто-то болтает? Да. У меня винил для твоей машины. Мне выпал первый какой-то, ладно. Так, я, короче, еще купил один. Давай, тоже кручу. Можно? Я богатый выпал. Мне два одинаковых выпало сейчас, понимаешь? Я винил, я богатый выпал. Я богатый! Так, открываем. Так, винил какой-то. У меня, короче, две девушки выпали, потом один череп выпал какой-то. Нормально, я хочу Патрика. Red Bull мне выпал, ну такое себе, честно говоря. Так. Так. О, GDM, ребята! О, у меня два одинаковых, неинтересно. Мне тоже два одинаковых уже выпало. Блин, два раза два одинаковых, так, чего? Так, открываю еще. Короче, ладно. Ну, понятно. Давайте еще я один. Еще один открою. Еще один, да. Red Bull. Ну, такой понятно себе. Ладно, ясно. Короче. В принципе, о, давайте там Red Bull. Там самое офигенное, это, короче, зеленая установка. Бобец с жопой просто. А вот его можно, охренеть, его можно передвигать, ты понимаешь? Только тут настройка полная, тут все нормально. Ёлки, охренеть. Давайте его, наверное, сделаю поменьше. Не, короче. А, нифига себе, винильчик. Его можно цвет, менять. Так, я не понял, как редактировать, на самом деле. А, нажимаешь на винил. Так, ну что, ребята, выехали мы из тюнинга, и, ну, Юрки, конечно, очень жестко. Ты даже не перекрашивал. Она, короче, дорогая, упала сама. Я решил одну поставить, потому что остальные, на самом деле, они такие. Ну, я, короче, смотри, я тоже поставил сейчас спереди, типа, корона GDM. Потом слева, видишь, такой, типа, паяц. И глянь на мой спойлер. Видишь? Там, типа... Ну, что-то, да, полоски. Там, короче, была пальцы, птица, вижу, да. Я сделал тупо в черный, как бы сделал, чтобы она подсосливалась. На самом деле, у тебя, короче, этот капот разбитый, я не понимаю, да? Как тебя выглядит. Я отремонтировал ее уже. Давай сейчас отремонтирую, подожди. Видимо... Короче, Юрка, полетели с тобой сейчас на Рублевку, быстренько летим. О, какой ты долгий, какой ты я долгий. Я долго разгоняюсь, но максималка у меня нормальная. Короче, Юрка, копы, ну что же вы творите, а больные? Ты убрал их? Хрен с ними. Короче, смотри, есть дома слева, есть дома справа. Я предлагаю дома справа посмотреть сначала. Ну, короче, ну чисто, пацаны, рублевочка. Давайте посмотрим, что по деньгам. Посмотри здесь, я посмотрю здесь по соседству. Че, почем? Ну да, давай. Хоп-хоп-хоп-хоп, щедохоп. Сколько? Так, написано? Я еще бегу. Коттедж 100. Коттедж 96. 11 миллионов 500. 11 миллионов, да. Not bad, так, not а bad. Так, а что у нас тут? Ну, у нас тут
такой хороший трехэтажный домик. Ну, я бы мог купить, веранда. Короче, знаешь, типа. Не, у меня, кстати, деньги. Ребят, на руках 38 миллионов. 38! Да, я практически все машины продал. Мажора видно издалека, как говорится. Да, плюс хату я тоже продал. Так, ну здесь, в принципе, дома-то как бы одинаково. А что здесь? Здесь тоже столько ли стоит, интересно? Слушай, я не знаю, если на карту смотреть. На карте вот видно, что там вот какие-то, короче, особняки со взлетными площадками. 11. И еще плюс пирс под жопой. Там, короче, именно взлетная полоса. Ой, не полоса, взлетная площадка. Я хочу именно это посмотреть. Да-да-да. Давай съездим, посмотрим. Так, я вижу. Так, давай, да, поехали посмотрим. Потому что, мне кажется, там все-таки домики поэлитнее. Ну, скорее всего, да-да-да. Так, ты уже уехал, да? Сейчас тебя догоним, да. Подожди, на самом деле, здесь очень хорошо. Здесь, смотри, заправка. Заправочка, есть магазинчики, есть, да. Если еще с площадка купить вертолетный дом. Кстати, интересно. А давай здесь, короче, два посмотрим. Так, ты сюда, а это, да, здесь посмотрю. Ну или следующий, тут, мне кажется, не так важно. Давай посмотрим, сколько взлетная стоит. Да, вот вертолетная площадка. Да, но здесь, кажется... Взлетная. Но здесь, кажется, так. Нельзя, на самом деле, я так понимаю, да? Не знаю. Что за пирс, мне еще интересно. Сейчас посмотрим. Так, я, наверное, куплю вилла его. Вилла 12 стоит 20 миллионов, между прочим. 20? Стоит. У меня 24 на руках, хватит мне, нет? Так, вилла 11. 20. Хватит тебе или нет? Ну, хватит, конечно. Это, короче... Типа, я думал, вдруг стоит по-другому немножко. Так, ребят, смотрите, 20 миллионов, мне кажется, это из-за того, что взлетная площадка здесь. Да. Но мне интересно, как бы в этом есть смысл или нет? Слушай, знаешь, что я думаю? Но. Здесь, короче, есть вот возле пристани прям домик, и он без взлетной площадки. У меня, в принципе, вертолета нет, и мне как бы дом такой нахер не нужен. А у меня есть вертолет, понимаешь? Но я не знаю, можно ли как бы использовать его, если у тебя есть, короче, такая вот площадка. Я думаю, скорее всего, там можно, иначе ладно. Нафиг она нужна. Короче, я сейчас покупаю посмотрю, сколько тот. Стоит? Погодь. Сколько стоит, скажи? 10. 15 лямов. 15, стоит. То есть на 7 лямов без дешевле, да? Взлетной площадки. Короче, ладно, покупаю здесь, со взлетной площадкой. Здесь, а здесь я, короче, прикольный будем гараж считать, есть. Что пирс себе купил тогда. А, подожди, стоп, чё? Что такое сейчас было? Что а, гараж? Было? А, ты не так. Владелец. Окей, ладно, всё, я короче, покупаю. Купил. 20 лямов сейчас куплю, ты понимаешь? 20 миллионов. Ну, нормально, у меня 23 еще на руках осталось, могу да? еще один. Понятно, понятно. Так, ладно. Я, короче, так, купить. Так, купить, да, покупаю, все, купил. Ребята! И чё, как у тебя успехи? Я купил, а закрылись ворота! Ворота закрылись на въезд. У тебя закрылись не, ворота? Да-да-да, можно просто подойти. Да, короче, нажимаешь и на ай. Да ладно, они открываются на ай. Здесь у меня будет мэр стоять, я уже заспавнил. Подожди, пожалуйста, можно заспавнить? Нельзя, да, никак? Слушай, я не знаю, кто строил данный дом, но мне кажется, что джакузи напротив гаража как бы такое. Открывается все и вся. Блин, здесь нельзя вроде... Здесь неужели нельзя спавнить вертолет? Да ладно. Короче, я, ну, короче, взаимодействовать могу. Интерьерчик. А, гаражом, наверное, а ну-ка, косячок. Ну-ка, что такое? 70 за неделю пол ляма платить, ты понимаешь? Сколько? Пол ляма за неделю. Пол ляма за неделю. Я, короче, куплю максимальное. 367 тысяч. Я максимально снижу, короче, квартплату. Так, да. Кстати, стоит-то дешевле. Так, давай. У меня максимальное снижение стоимости 100-800 тысяч рублей, ты понимаешь? 12. Так. Короче, ладно, 26 оплачиваю. В сутки, 108, вот это я понимаю, вот это нормально. Так, так ладно, дней. Я, короче, можно? Оплатил, а 15 дней оплачено. Так, я 15 дней купил так, сразу, ну, короче, да. А подожди, у нас разные интерьеры или одинаковые? Не знаю, так, открывается здесь, вот это вообще, ребята, красавцы, что сделали. Езжай ко мне быстрее, Юр. В гости. Так, что там у тебя? Приезжай быстрее ко мне. Слушай, то когда из дома выезжаешь, можно ворота через альт открыть и закрыть за собой. Да. Вообще классно, как сделали. Ты уже подъезжаешь, да? Я открыл тебе. Сосед. Ворота. Сосед. Заезжай, сосед. Заезжай, тебе открыл ворота. Вперед. Так. Короче, Юрка, есть такой прикол, что я могу вызвать, по идее, себе вертолет. Так, давай посмотрим. Бесплатно это, бесплатно? Как это? Я вызвал, и он, короче, оказался у меня в аэропорту. К сожалению, к большому. А как сюда? Или на нем прилететь, наверное, сюда нужно? Да фиг его знает. Я думаю, скорее всего, так. Ну-ка, потому что как-то привязываться можно по-любому. Давай съездим, посмотрим. А ты, типа, знаешь, что можешь, типа, открыть, закрыть, да, за ворота? Да. Ну, а как ну-ка, это? А зайди-ка ко мне внутрь. Зайди ко мне внутрь. Одинаковые у нас с тобой или разные? Так, интерьерчик. Ну, гараж такой же. Такой да? Же дом. Да? Просто мне интересна суть того, что он стоил так дорого. Вот вообще в чем? Взлетная площадка, 5 лямов. Ну так все. Она же должна, как бы, какую-то функцию себя нести или нет? Ну, я думаю, что не для красоты. Возможно, еще не доработано, на самом деле. Кстати, возможно. Мне кажется, можно будет. Короче. Можно будет, скорее всего, по-любому. А... Короче, ребята, мы решили прокатиться по островку вот этому. Да, посмотрите, да. Что там еще есть интересного, потому что там есть еще плюс город второй. А, кстати, у нас же здесь, в нашем элитном районе, есть собственный стрип-клуб.
А, да, есть фитнес-клуб, да, здесь, я кстати. Я про него можно, забыл. Можно я потусить забыл. С пацанами, да? Да-да-да. Так, то окей. Если что, будем по вечерам зависать здесь. Вот, короче, ребята, стрип-бар. Кстати, говоря, он, кстати, с GTA 5. Да, он сделан в стиле GTA 5, да, реально. Магистраль туда наверх будет в Москву ходить потом? Возможно. Прикинь, Москва-Сити, может быть. Да, ребята, да, да. Мы, возможно, не зря же раскрыли. Рублевку-то добавили, да, не да, зря да, же. Да, да, да. Вот это так, жестко будет, на самом подожди, деле. Подожди, давай снимем, что вот направо через такое интересно посмотреть. Так, что-то ну, здесь окей, такое. Заправочка, я вижу, СТОшка. А, здесь какая-то деревня заброшена. А, нет, какие-то поля вообще. Видишь, да, какие-то поля здесь. Ну, стоги сена, видимо, да, какие-то поля. Работы здесь будут или типа того. Так, еще. Так, ну понятно, дальше все. Ничего нету. Да, все, разворачиваемся. Там еще какой-то завод есть. Кстати, вроде работу новую добавили еще какую-то, да? Да, в СИН работа. Фракция новая. А, ну склад какой-то, да. Не знаю, что да, такое, честно. Какой-то да, склад. Какой-то склад. Так, ладно. Здесь. Что дальше? Это мы... А, ну все, проехали один остров, поехали дальше. Так, ну на втором, я смотрю, там шибко-то ничего нету. Тоже какой-то завод. Чисто на него давай глянем. Давай. Прямо, да, просто через едем. Через город сразу да. поедем. Через город ну, поехали. На самом деле, вот респект разработчикам. Красавцы. Не, вообще, я... Творят вообще безумие. Удовольствие одному. Играешь и играешь. Просто кайф. Так, это у нас... Да. Подожди, то есть дальше можно ехать? Да, это дальше. Здесь какой-то небольшой городок. Заброшенный, что ли, городок, или что это? Здесь какие-то... Ну, о, пропало все. Да, такой. Фига здесь все как будто... Да, а, это заброшенное. Заброшки? Заброшки, да, здесь все заброшено, посмотри. Союз, здесь скорая там. Катает, короче. А, стул какой-то валяется, нормально на дороге? Я врезался в него. Да, вижу, заброшенные вижу, дороги, да. деревни заброшенные, ну, дома. Ну что, так говорит, смотрится, как будто ну, Чернобыль какой-то. Да, 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 типа того. Слушай, ну прикольно, да, прикольно, окей. прикольно. Ну вот, короче, ребята, Подмосковье. Ну да. такой пока что небольшой городок, на самом дома деле. Дома продаются здесь, это самое главное. Здесь можно жить. В принципе, здесь много чего есть. И Болька есть, так понимаю, да, где-то здесь. Заправки mm. есть. Ну что ж, ребята, мы вам показали самое основное, самое вкусное. Да. Собственно, по поводу машины я опять-таки говорил, если играете на NextP, то посмотрите. Если не играете, кстати, давайте присоединяйтесь к нам. Да, ссылочки на проект. Ссылочку на лаунчер найдете, это вообще, да, без проблем. Да. А сервер номер 6? Да, все знали, правильно. Нас, сибирский? В принципе, найти можно. Сибирский да. сервак. Почему номер 6? Ну, кстати, он 6 вроде по счету идет. Не, он вроде... Так. Юрка, это, короче, сервак сибирский, ребята, просто, не да, ошибетесь, да. да. О, ты молодой, творишь? Так дом-то сзади. А, блин, у меня такой кайф, заезжаешь, открываешь, короче, ворота, заезжаешь, закрываешь за собой ворота. Ну, гаражик деле, открываешь, кайф. Просто, реально ребята, кайф. Охрененно, реально. Осталось только сюда вертушку пригнать, и, ребята, в следующей серии вы узнаете, получится ли мне поставить сюда вертушку, или, возможно, придется каждый раз ездить в аэропорт. Будет обидно, если, конечно, аэропорт придется ездить. Ну ладно, в принципе, сойдет. Ну, это, кстати, да. Будет да. немножко глупо. Но думаю, если что, доработать да. в любом случае. Ну окей, ребята, как с ним получилось. Если вам понравилось, то ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.